А вы уже определились, как проведете эти выходные? Спешу рассказать вам о самых ярких мероприятиях нашего города. Так что собирайтесь, я заеду. Продолжаем проводить лето под ритмы различных фестивалей. Уже сегодня вас ждет День Калужского поля. Это традиционное мероприятие, где собираются успешные аграрии нашей области. И вас ждет настоящий сельскохозяйственный праздник. В этом году выставка пройдет в 19-й раз. Участие в ней принимает более 50 компаний. Они представят более 100 единиц современной техники. Плюс гости увидят легенды тракторостроения, предоставленные музеем истории трактора из города Чебоксары. Например, на выставке будет представлен один из старейших экспонатов 1930 года. И у вас будет возможность посидеть в кабине машины, проверить кнопки управления и рычаги. В общем, почувствовать себя настоящим аграрием. Плюс на сцене весь день будут выступать творческие коллективы с развлекательной шоу-программой. Самых активных и любознательных ждут розыгрыши призов и подарки от партнеров и организаторов. Встречаемся в поле в районе Правобережья. Начало праздника в 9 утра. 15 июня в гости ждет Малый Рославецкий район. Здесь у озера пройдет традиционный ежегодный детский рыболовный фестиваль «В гостях у карпа». В турнире могут участвовать дети от 8 до 18 лет, но обязательно в сопровождении взрослых. Забрасывать удочку и ловить рыбу участник должен сам. Взрослым разрешается лишь помогать закидывать улов в садок. Ловить разрешается на две снасти – донные или поплавочные. После подведения итогов турнир по рыбной ловле продолжится в уже более громкой обстановке – большой развлекательной программы. Выступлением коллективов, конкурсы и бесплатные угощения. Встречаемся 15 июня на озере Мандрино в самом живописном месте Малой Рославецкого района. Начало турнира в 8 часов утра. В эти выходные держим курс и на 5-й космический фестиваль «108 минут». В этом году он посвящен 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Два дня площадка Музея истории космонавтики будет открыта для посещения. Гостей ждет, как всегда, обширная культурно-познавательная программа на все возрасты. Круглые столы, музыкальные театрализованные представления, концерты, кинопоказы, выставки, мастер-классы по авиа- и ракетомоделированию, литературный коворкинг, космомаркет и, конечно, открытые встречи с космонавтами. И обязательно посетите музейную аллею. У вас будет редкий случай побывать одновременно в нескольких музеях космической тематики со всей России. Они представят свои презентации, передвижные выставки, программы, мастер-классы и другие активности. Стать ближе к звездам можно 15 и 16 июня на фестивале «108 минут». Такое пропустить нельзя. И забежим на следующую неделю. Дом музыки приглашает провести изысканный вечер под звуки старинной музыки клавесина в исполнении Алсу Валиахметовой. Пианистка принадлежит к молодому поколению музыкантов, связавших свой творческий путь с историческим исполнительством. Так что в этот вечер будут звучать сочинения мастеров эпохи барокко. Фрескобальди, Торелли и, конечно, Иоганн Себастьян Бах. Алсу Валиахметова – лауреат международных конкурсов, студентка Московской государственной консерватории имени Чайковского. Всех неравнодушных к музыке барокко ждут 18 июня на сцене Дома музыки в 19 часов. Следим за афишей уже сегодня, ведь город ждет вас. И собирайтесь, я заеду.